Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va tanishlar, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz. Yurtdoshlar, ushbu videorolikni oxirigacha ko'ring, juda ko'plab berilayotgan savollar va undan tashqari videoda ko'rishingiz mumkin, qanday o'zbeklarimiz, tojiklarimiz, qirg'izlarimizni ushlab tekshirayotganini, nima qilish kerak, nima qo'yish kerak. Men video davomida rosa ko'p aytib o'tdim. Juda ko'pchilik ushlab registratsiyaga bazada yo'q registratsiyani deb shtraf qilib qanaqadir uzun kodli uchot raqamni yozib bersa borib shtrafni to'lashadi. U ko'pchilik o'sha politsiyalarni o'zining bir qandaydir schyoti bo'ladi, unga tushadi. Agar sizni haqqoningizga migratsionni o'sha registratsiyangiz bazasi chiqmagan bo'lsa, unda o'sha yerda yo'q, sizni olib ushlab oborib 5000 shtraf, ya'ni avval sud qilib 5000 shtraf qilib sizni vidvorenie qilish kerak aslini olganda. U yoki qandaydir sizni bazasi yo'q deb pul desa yoki boshqa desa, berib o'tirmang. Videoni oxirigacha kuzatib boring. Qanday harakatlar bo'layotganini o'zingizdan kuzatishingiz mumkin vatandoshlar. Birinchi kommentariyada Telegram kanalining silkasi bor, aviabiletlar haqida o'tib o'sha yerdan ma'lumot olishingiz mumkin. Aviabiletlar haqida birinchi opisaniyada Telegram kanalining silkamiz va birinchi kommentariyada bo'ladi. Bemalol kirib biletlar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Bizning ish vaqtimiz ertalab 9:30 dan telefonimiz yonadi, kechqurun 8:00 telefon raqamimiz o'chiriladi. Yana sizlardan iltimos, deport zapretni tekshirish bor. Bu ushbu nomerimiz. Deport zapretni tekshirish bu yuqoridagi aviakassa telefon raqam qo'ng'iroq qilishda hech qachon adashmaydi vatandoshlar. Videoni oxirigacha kuzatib boring va like bosib kerakli joyga qadrlisiz. Здравствуйте. Меня зовут Воробей Гамон Жатлаевич. Да, я только что был у вас. Очень приятно. Можно ваше удостоверение посмотреть? Можно. Покажите, пожалуйста. Я не снимаю. Вот остановите. А сейчас что? За что остановили? Хотя взял это гражданин. А подождите секундочку. А вы кто, юрист? Чего? Или адвокат? Я правозащитник. Правозащитник? Да. Права защищаете. Я права. Защищаю их права. Ну а проблема в чем сейчас? А. Вы для чего много лишних вопросов задаете? Что голос повышаете мне? Я не повышаю. Здесь можно ваше удостоверение? Я к вам не обращался. Я обращаюсь. А я к вам не обращался. Я вам обращаю. Вот когда я к вам обращусь, тогда попросите у меня удостоверение правозащитника. Покажите удостоверение свое, пожалуйста. Вы меня слышите? В законе написано, если я к вам обращаюсь. Я вам обращаю уже, я гражданин обращаю к вам. Ну, по какому вопросу ко мне обращаетесь? Вот почему их задержите? Пока не задерживают. Пока проверяют. Вы имеете право их проверять? Имеем право на основании закона полиции. Они что, что-то нарушали? Они кричали или пьяни, или ближе? У нас мероприятие проходит. Какое мероприятие? Мигрант называется. Мигрант называется? Да, да. Специально по лицам иностранных государств. Какое это мероприятие? Номер? Я вам уже все сказал, все, что я могу вам довести. А, мероприятие, да? Конечно. Сейчас проверяем тогда через интернет. Проверяйте. Вот, рядом метро Туплистан. А, только что была одна машина отправить Голубинская, дом 6. Вот опять продолжают они задерживать. Сейчас они сказали мероприятие. Необходимо проверяем. Эй, а кто? Тоджик ми, узбек ми, чему? Узбек ми, тоджик ми, чему? Тоджик. Если что, агар хамту заставить, когда они сумбуда протокол катанда бошат, на фамилия мутана истанда корда. Хозур рафкин, как тоджик бача, сразу подпись мундаста. А некем протокол надо дождаться.